Автопарк Севастопольского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф пополнился 10 автомобилями. Об этом, выступая перед депутатами законодательного собрания города, во вторник сообщил вице-губернатор Александр Кулагин. Нам пришли еще 10 автомобилей новых. Сейчас получено распоряжение о передаче их уже в эксплуатацию непосредственно для работы с скорой медицинской помощи. Сейчас они будут поставлены на учет по линии Государственной инспекции безопасности дорожного движения и будут находиться в эксплуатации. Севастополь уже получил 12 реанимационных автомобилей «Форд» и «Газель» в 2020 году. Напомним, Александр Кулагин сообщил, что новые машины приобретены за счет федерального бюджета. Ну, я напомню, это все поставляется по линии Минпромторга без каких-то бюджетных обязательств со стороны Севастополя.